Нелегальную торговлю снова пытаются организовать у станции Люберцы Первая. Такие опасения выразили жители города в социальных сетях, приложив фотографии, на которых видно, как рабочие готовят фундамент под будущие торговые павильоны. Глава округа Владимир Ружицкий выехал на место лично, чтобы прояснить ситуацию. Здравствуйте. Быстрее. Хочу у вас картошка. Откуда она? А вы сами откуда? Я. Саратова? Саратовская картошка, абхазские мандарины, молдавские яблоки. Люберецкий сельскохозяйственный рынок радует не только изобилием ассортимента, но и организацией торговли в целом. По праву, сегодня содержание и внешний облик этого места гораздо лучше, чем раньше. В целом я оценю, что рынок опрятен, поддерживается порядок. Вот снег идет, но я смотрю, и снеги чистят, поэтому в целом состояние неплохое. Хотя стоит задача, мы здесь целый ряд судов выиграли у целого ряда собственников, которые этот рынок содержали достаточно в неприглядном виде. Но все же у представителей власти поводом для визита на рынок стала другая причина. В социальных сетях люберчане выразили опасения, что у станции Люберцы-1 снова ставят несанкционированные торговые палатки. Чтобы разобраться в ситуации, глава лично осмотрел территорию объекта. Решил сюда выехать и посмотреть. На самом деле здесь никто ничего не ставит. Здесь есть ремонт теплотрассы. И я приговорил собственникам и думаю, что, как обещает собственник этой теплотрассы, значит, здесь все будет как облагорожено в субботу. Также жители часто жалуются на санитарное состояние торговых точек. Нарушений в этом направлении представители власти тоже не обнаружили. Ведь сейчас эту ситуацию под особым контролем держат сотрудники местного управления торговли. Сегодня нужно просто определиться с концепцией дальнейшего развития этой территории. Поэтому тоже будут даны определенные поручения специалистам, чтобы выйти на какие-то решения. Так, по словам главы, на территории сельхозрынка необходимо создать единое крытое пространство с торговыми павильонами. Однако этот вопрос пока в перспективе. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.